Всем привет, с вами Lex White. Как вы могли заметить на ваших мониторах, поиграем в игрушку под названием Resident Evil. По-моему, режиссерская версия, да? Насколько здесь видно. Еще к тому же дуал-шоковая. Так, что нажмем любую кнопку. Начнем новую игру. Так, поиграем тут у нас тренировка, измененная, стандартная. Кстати, тренировки я даже не помню, что там вообще. Измененные, по-моему, костюмы там. Другие у персонажей. Так, ну что, начнем стандартную тогда. Так, поиграем мы за Криса Редфилда. Подразделение «Альфа» вылетело в лесную зону, расположенную на северо-западе Ракун-Сити. Мы искали вертолет наших коллег из подразделения «Браво», который исчез в ходе операции. Крис, ты нашел их? Пока не нашел. Некоторое время назад в Ракун-Сити начали происходить странные убийства. В сообщениях говорится, что жители подверглись нападению группы из примерно 10 человек. Жертвы, по всей видимости, были съедены. Подразделение «Браво» отправилось на поиски банды и не вернулось. Крис, смотри! Это был вертолет подразделения «Браво». Он был пуст. Но что странно, почти все оборудование осталось на месте. Вскоре стало понятно, почему. Эй, идите сюда! Беги к тому дому! Осталось только три бойца отряда Старс. Капитан Вескер, Джилл и я. Мы не знаем, куда исчез Барри. Крис Редфилд. Jill Valentine. Barry Burton. Rebecca Chambers. Albert Wesker. Resident Evil. Они забежали в дом, думая, что там они будут в безопасности. Но... Многоточие. Что произошло? Берри! Где Берри? Мне жаль, но кажется, он... Нет. Что это? Я пойду проверю. Хорошо.
Мы, Жил, подождем тебя здесь. Крис? Будь осторожен. Итак, наконец-то после долгих заставок нам передали управление. Так что, ну вот он наш особнячок. Так, у нас у Криса из оружия только нож и медицинский спрей. Здесь у нас эмблемка деревянная. Нет, нам она сейчас не нужна. Крови здесь нету. В отличие от той версии, когда играешь за Джилл. Так, интересно, двери эти закрыты? Да, закрыты изнутри. Забыл я нож взять в руки. Быстренько нужно будет это сделать. Но смысла, конечно, вообще как бы с ним бороться я, думаю, нету. Может, так вот тоже. Что у нас там? Здоров, и желтенькая полоска. Так, ну вообще, в принципе, я сделаю вот так вот. То есть не буду с ним бодаться. Использовать хитрости всякие с применением ножа. Вескер, Джилл! Что случилось с Джилл и Вескером? Так, тут у нас пистолетик. Я Джилл. Конечно, взять. Так, итого у нас получается 15 патронов. Так, ну что, прилагаю сюда, пока зайти. Так, здесь у нас карта, нужно будет не забыть ее забрать. Лучше это сделать прямо сейчас, чтобы уж потом к этому не возвращаться. Это карта первого этажа. Хотите ее взять? Да, конечно, хотим. Так. Давай, спускайся. Чего не спускаешься? Да? Подвинем здесь. Столик, чтобы не мешался. Так, вот я, по-моему, помню, вот насколько раньше играли. Здесь можно его так просто вообще пройти. Это... Не трогая, не тратя ни время, ни патроны, ничего на него. Так, у нас здесь лента. Что-то я думал, что здесь что-то другое будет у нас. Так, ладно, потихонечку пройдем. Пускай лишь отдыхает. Нам, в принципе, ни к чему. Да и идти сюда больше, я думаю, все равно не пойдем. В коридор, в ту дверь, точнее. Там, по-моему, коридор, насколько я помню. Туда мы тоже не пойдем. Пойду и сбегаю все-таки. А где мы первый раз встретили зомбака? Так, предлагаю еще взять ленту. Лишней не будет. Пойдем тогда замочим того зомбака. Там, насколько я помню, с трупа, по-моему, можно было взять патроны, только вот я не помню. А играя за Джилл, мы там точно их берем, а вот играя за Криса, я вот не могу вспомнить, есть они там или нету. Будет ли возможность их там взять?
Что ж ты такой неугомонный-то? Может, тебе один выстрел осталось сделать? Нет, что ли? Все, кровь потекла. Что-то так много это патронов на него истратили. Так, у нас 7 патронов всего лишь. Это Кеннет из группы Stars Bravo. Он навсегда останется в наших сердцах. Так, посмотрим, да. Вот мы можем взять с него. Отлично. У нас что? 15 всего лишь патронов. Возьмем еще одну. 130. Маловато будет, но ладно, что делать. Так, с этого мы зомбака ничего ведь не возьмем, да, здесь у нас, по-моему, в этой игре нет такого. Так. Часики у нас тут тикают, по-моему, с этими часиками. А мы что-то будем делать, по-моему, двигать, чтобы их нужно было, или что-то вроде этого. Так, ну вот, я думаю, так, пройтись здесь, что у нас? Здесь у нас нету ничего. Так, тогда пойдем мы, наверное, не знаю, куда нам пойти-то, наверх, что ли. Так, посмотрим карту быстренько. Так, у нас здесь все закрыто. Можно пойти на второй этаж. На левую сторону. Можно пойти... Так, можно пойти в коридорчик. Это такой продолговатый. Что делать так? Пойдем, наверное, тогда все-таки наверх. Честно, уже подзабыл, как-то в тонкости все эти прохождения. Буду проходить просто по мере того, как сам, как играю, как... Так что-то вспомню, там, так и буду проходить. Хардкорщины какой-нибудь не ждите. Так, у нас тут... Два трупака. А почему вот он не угандошивается? Так, то есть, типа, он умер у нас, да? Все, мы его забили. Так, комбинировать. Того у нас... Так, у нас нож в руках вообще. Патронов у нас мало осталось. Да ты что такой неубиваемый-то? И смотри, сколько ему раз пришлось сандалить. Два раза ножом еще. Пистолетом-то. Топор побежала наконец-то. Что-то какие-то они тут живучие, я смотрю. Так, ну что, сбросим, тут у нас тень какая-то. Это типа здесь зомбак раньше стоял. И она не исчезла, что ли? Так. Если мы пойдем сюда, то куда мы вообще выйдем? Ага, карты второго этажа у нас нету. Значит, тогда и не узнаем, куда мы выйдем. Так, ладно, я тогда выгляну и обратно зайду, если что. Там, по-моему, где-то будет зомбаков дохренище. Тут, по-моему, да? Да, вот их тут трое аж целых. Так, ладно, не будем здесь беспокоить. Да, за Криса у нас игрушка посложнее. Зажил их тут, по-моему, вообще один, что ли, едва ли всего лишь. И вырубаются они, по-моему, только... Четырех выстрелов, наверное. А здесь уж приходится у них изрядно долго пострелять. Так, ну что, забежим сюда, посмотрим, что здесь у нас еще.
Только и здесь этих собак. Так. Тоже топается, вот он уже поперся к нам. Так, что здесь у нас? Угу, здесь что-то у нас лежит. Да, вот за Криса я вообще не помню игру. За Джилл что-то примерно вспоминаю, где что у нас как. Так, малый ключ. Так, а я сейчас заметил, что у нас вообще инвентарь-то маленький. Ой, что 6 отделений. Тут у нас кровяка. Надеюсь, это кровь не моих друзей. Так, что у нас, пистолет выбран? Вот и. Это Форест. Его насмерть закрывали вороны. Хотите взять обойму? Да, конечно, хочу. Ай, бежим, 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 то сейчас они начнут на нас нападать. Ах, я взял здесь всего лишь навсего одну обойму. Это очень шикарно, конечно. Так, это маленький ключ. Это, по-моему, у Джилл мы могли использовать отмычки, а здесь, по-моему, только ключ. Так, ну ладно, хорошо. Где у нас можно использовать было отмычку, я что-то не припомню. Так. Предлагаю вот сюда еще быстренько сбегать. По-моему, здесь у нас дверь была с отмычкой. Сейчас мы попробуем ее открыть, если она, конечно, поддастся нам вообще. Насколько я помню, вообще обычная игра, она, по-моему, одинаковая, что за Криса, что за Джилл. А вот именно в режиссерской версии, здесь уже, по-моему, все вообще по-другому. Может, конечно, могу ошибаться. Открытое изображение меч. А, тут вообще вон как. Закрытый изнутри. Здесь вообще у нас ключи вон какие. Все понятно. Так, да, тут меч, меч, щит, по-моему. А, у нас же тут статуя сброшена. Да, точно, тут должно быть. Есть, есть. Ты ничего нет. Так, ты не хочешь пробежать-ка? Так, у нас места нету, да? Места нету, ладно. Так, у нас там, я смотрю, мигает. Можно двигать ее, может. Только что заметил, там мигнуло. Нет, что ли? Да, только что вот. Вот если так отойти назад. Видно, как там мигает что-то. Там ключ, по-моему, что там лежит. Что-то такое. Так, ну в общем, тогда осталось нам пойти. Тут узенький Г-образный коридорчик. Там, по-моему, у нас тоже вороны летают. Пробежим тогда быстренько. Делай-ка. Да, патронами здесь нас, конечно же, не балуют. А, здесь закрытый изображен меч. Нормально. Тогда нам что остается делать? Тогда пойду я наверх. Больше что еще делать? Все. Больше нечего. Зря просто пробегал. Так, кстати, вот та дверь вообще у нас. Может, она открыта? Изображены латы. То есть у нас две двери с мечом и латы. А, здесь щита, по-моему, нету. Здесь есть шлем, по-моему, еще. Латы. Меч, шлем. Так, ну пойдем тогда сюда. На левую сторону не пойдем-то, по-моему, эти утепки брызгаются. Зеленой какой-то херней. Посмотрим, что у нас здесь будет. Одного тогда убьем. Он нам не мешал, да? Немножко ножом его.
Так, стопы. Да, назад он, конечно. Эти шикарно. Что у нас там? Ранен. Ладно. Это посрать. Затупил, так затупил. Так, ладно, фиксим. Так, что у нас нажимается-то? Чё задумался-то? А вот она. Кто-то достал латы изображены, да, у нас здесь, значит. Так, дальше. Здесь у нас что? Изображены тоже латы. Да ты что так близко-то? Да, здесь не разворачивается он, по-моему, как в других сериях. На какую-то кнопочку он, по-моему, разворачивается, так все кровяка потекла у него. Он нажимаешь на кнопку, он разворачивается и бегает. А здесь, по-моему, такого нету, да? То есть, ну-ка, вот мы пятимся назад. Нет, ну-ка, пятимся назад. Нет, ни одна кнопка у нас не разворачивает. Так, что, я здесь не был? Закрыто изнутри у нас здесь. Так печально. Вот хоть здесь у нас открыта дверь. Патронов-то у нас вообще осталось. Вообще маловато, да. Так, это на что? Травник. Так, ну, в общем, здесь описано то, что существует три вида трав. Синяя, красная и фиолетовая, вроде бы. И при смешивании этих трав можно получить более сильные, различные там различного вида лекарства. То есть есть зеленые, а если смешаем с синей, то у нас, по-моему, делается такой момент, что если мы там отравились, допустим, там еще что-нибудь такое, там токсин какой-то получили в кровь, то мы сможем вылечиться. При помощи синей травы. А красная трава усиливает этот эффект, то есть можно смешать, получается, допустим, зеленую и красную. То есть, если зеленая у нас будет действовать на один, всего лишь навсего, на одно деление, то, смешав ее с красной, у нас будет, получается, улучшаться на два деления. Так, что у нас этот тур все? Вдох. Отлично. Так, вернем, комбинируем быстренько. Так, у нас, насколько я помню. Так, сматываемся отсюда. Все, нет? Да. Так, с кабинира у нас осталось 16 патронов и того, да? Плохо дело, конечно. Так, что же там? Мигало. А, там не мигало, там... Ходячий ходит. Изображены латы. Так, я тогда предлагаю спуститься вниз, посмотреть, что у нас там. Да, там у нас комната сохранения, насколько я помню. Сейчас мы быстренько посмотрим, что у нас есть там, что там дадут. Желательно бы патрончики. Так, я смотрю, у нас здесь... Там баг. Да, заджил этого всего здесь, насколько я помню.
Так, стоп, блин, да что? Смотри, он нас облил какой-то фигней. Так, я надеюсь, у нас там не токсично. Здоровье. Смотри, они здесь на каждом шагу вообще просто. Даже в этих комнатах, ну, как между комнатами. Ты смотри, чё. Да как так-то? Это как... Это что, я ушел типа у него заново? Все, здоровье восстановилось. Это вообще бредятина какая-то. Так, вот наша травка. Пока использовать её не буду. Посмотрю, что у нас в комнате есть. Если у нас в комнате есть красная трава, мало ли, то смешаем ее, чтобы усилить эффект. И после этого запишемся. Так, у нас здесь мешок. Ну-то там и валяется. Так, ну что скажу я. Так, я пока выложу тогда. Обойма, конечно, пригодится. Так, пока быстренько смешаем это, комбинируемся. Да, конечно, тут нас не баловали. Все понятно. У нас написано «Здоров». Так, итак, я тогда сохраню сейчас. Итак, я сохранился. Так, по времени у нас получается уже натикало достаточно. Так, я думаю, тогда первую часть я закончу на этом месте. И следующую же запись уже продолжу. Опять-таки же с этого же места. Всем спасибо за просмотр. Всем пока, смотрите следующее видео.